Всем привет, вы на канале Keep Fight. Сегодня будем искать игры, похожие на CSGO в социальных сетях ВКонтакте. Впишем, вот здесь пишем, в поиск игр пишем ком. И находим игру. Находим игру Counter-Strike, повышаем скилл. Ссылка на эту игру будет в описании. Нажимаем играть. Играть. Здесь выходит какая-то менюшка. Не знаю почему. Все время приходится нажимать крестик. Вот. Ну, игра вот прицел какой-то слишком такой ползучий. Сохранение результатов. Зачем они мне? Ну, сыграем еще раз. Игра не так уж хорошая, но. Попадаем. Ну все. Как бы патроны кончились. Ну, игра так себе. Кому понравилось, напишите в комментариях. Заходим в следующую игру. Называется она Counter-Strike CS. Contra CS 1.6. Лялка. Кнопки те же, но немножко другая. Вот здесь зомби улыбается вообще странно. Зомби улыбается. Опять это менюшка выходит. Почему здесь ссылочка какая-то? Ссылка на что-то. Шрифтлама какая-то не докачалась. Более интересно. Опять эта реклама. Ну, в целом, игра мне не так средне понравилась. Конечно, не лучше, чем CSGO, но пойдет. Ссылки на эти программы, игры ВКонтакте оставлю в описании. Спасибо, подписывайтесь на канал,
Под новым видео ставьте лайк, нажимайте колокольчик.